Привет, я подсяду. Я просто новенький. Что я здесь делаю? Да вот тоже пожрать хочу. А ты что? Тоже завтракаешь? Ну давай тогда вместе пожрем. Подождать тебя или ты уже положил себе кусок буженины и пятак свинины? Ну нарезай тогда. У меня завтрак. Чай с молоком. Яички. Творог со сметаной. Колбасня вот. И хлебца чуть-чуть. Еще у меня есть вот такой топпинг. Вот такая вот штука. Творог. Мягкий сыр творожный. И чтобы нам с вами похрустеть, вот такие чипсы. Вилка. Ложка. И я матрешка. Давайте помешаем вот эту историю. А можно это с разноса все убрать? Как ты ешь правильно? На разносе? На подносе? Или тебе никто не подносит и не разносит? Это еще одно слово. Как правильно говорить? Разнос? Или поднос? Напишите в комментариях. Я новенькая и не знаю, как в вашей школе правильно нужно говорить. Ну, чтобы в меня потом тухлыми яйцами в туалете не кидали и под школой не избивали разносом или подносом. Расскажи мне сразу, как правильно нужно говорить. Разнос или поднос? Уважаемый оператор, можете чуть-чуть подвинуть камеру ко мне? Не останавливая съемочный процесс. Двигайте, не бойтесь, я вам скажу. Не бойтесь, двигайте. Хватит. И опустите чуть-чуть камеру теперь вниз. А достаточно. А мы чуть-чуть отодвинемся с вами. Вот так. Чтоб мне вас было лучше видно. Я новенькая, у меня минус 7, но пока я без очков. Мама мне очки положила в рюкзак, но я втихаря их снимаю. Как я по школе передвигаюсь? Как получится на ощупь? Кто-то спину подтолкнет. Кто-то по башке даст. Ну или завуч проводит до кабинета математики. Почему у меня борода? Почему я? Потому что у меня слишком много мужских гормон. Я сразу родилась такая же. С бородой. А ты как яйцо чистишь? За столом? Под столом? Или до стола? Каждый по-разному. Так? Так? Или об стол? Напиши в комментариях. В
Сколько людей, столько и учеников в школе. Правда, еще есть нелюди. Но когда я подрасту, у меня будет большая синяя борода, я с этими людьми расквитаюсь. Буду душить своей бородой всех тех, кто меня провожал пинками до кабинета ИЗО. А что тебе мама с собой в школу кладет? Бутерброды? Понятно. А у меня мама креативная. И очень добрая. Поэтому дает с собой чипсы. Хочешь, я с тобой поделюсь? Правда? На. Возьми. Мальчик просто тоже новенький, стесняется. Вот. У меня мама не то, что креативная и добрая, она еще следит за моим здоровьем. Это корнерсы. Их можно есть. А еще их можно вот так намазывать, наверное. Я никогда не пробовала так. Как невкусно. Но мы все равно будем есть. Вообще я люблю несочетаемые вещи. Например, яйцо. Творог. Колбаса. Чай с молоком. А еще я люблю вот такой творог. Сыр, ой. Мягкий сыр творожный. Но я его сэкономлю, как настоящая еврейка. Сэкономлю на следующий раз. Я вам просто показала. Как вкусно. Колбаса и творог. А какое твое любимое блюдо? В школу, когда ты берешь? Наверное, бургеры, шоколадки, чупа-чупсы. Сэндвичи? А, просто бутерброды? А как ты думаешь, какое мое любимое блюдо, которое я беру с собой? Напиши в комментариях. И не забудь поставить лайк. Да, у меня еще свой ТикТок-канал. Николаев, нижнее подчеркивание кино. Почему мужское имя? У меня просто по папе, по наследству имя, фамилия досталась. Окончание... Не стали переделывать. Ну, так удобно. Неплохо. Зато всегда во внимании. Так какое твое любимое блюдо, которое ты берешь в школу? Напиши. У меня любимое блюдо. Вот, килька в томатной пасте. Ты думаешь, я это не смогу съесть сейчас? Хм. Еще как. А запах? Вообще удобно носить кильку с собой в школу.
Почему? Ну, потому что это не бутерброд, то он никак, если что, если твой рюкзак где-то пнут с одного угла школы в другой, то бутерброд разлетится, а килька останется в банке. Вообще у меня в семье не очень любят кильку, особенно сестра младшая, вот напротив сидит. Знаете почему? Потому что там глазки рыбкины. Я люблю глазки, а сестра нет. И тогда, когда глазки ей попадаются, сестра становится трехглазкой. Ну, возникает рвотный рефлекс, дрожание внутреннего язычка в гортани. Откуда это все знаю? Я просто не... Нет, нет, я не... Да мне всего... Я в 5 классе. Но я просто люблю читать анатомию. Препарирование человека, мышей и животных. У меня есть такая книга, мне мама подарила. На юбилей. На 45-летие. У меня сегодня после обеда еще 4 пары. Или 4 урока. Как это правильно называется в школе? Я просто забыла. Я иногда просто лекции в МГУ посещаю. Астрономия, астронавтика в океане. Мне все как в топку. Как говорила моя любимая подруга Шерстик, какая разница потом, чем блевать. И салат она режет очень крупно, поэтому крупными кусками режет. А когда пришла к ней на Новый год, она резала салат. Я говорю, Таня, Шерстик, зачем ты так крупно режешь салат? Ну же мельче. А у него такие куски картошки, колбасы, практически напополам картошку разрезала. Вот она мне сказала, Тома, а какая разница потом, чем блевать? Я сегодня просто без парика, у меня парик стирается. Почему я без волос? Ну, мне кажется, так экономнее, мы просто дома с родителями шампунем экономим. У нас все лысые. А борода? Ну, бороду я не стригу. Почему? Потому что я когда ложусь спать, вот я сейчас поела, приду из школы, борода-то грязная, вы скажете. Бороду что, тоже не надо мыть? Нет. Не, ее собака вылизывает, бороду. У меня такая собака. Она вылизывает все, даже пол дома и не моем. Ну, наверное, лучше с этим. А какой твой любимый предмет в школе? У меня ГО и ЧС. Знаешь, что это такое? У вас есть уже? В 11 классе есть такое? Нету? А у нас в 5 есть. Это у меня просто кошка в сумке. Я просто кошечку с собой в сумке ношу.
А ГОЧС? ГОЧС? Ты спрашиваешь, как переводится говённые отношения в чрезвычайных ситуациях. Ну, там просто преподаватель рассказывает Тамара Ильинична, по-моему, зовут, рассказывает о своей жизни, как ее бросил муж, про свою любовницу. Ну, нет-нет, фотографии ее не показывает. Ну, у женщины не все хорошо с головой. Как у меня, это тебе так кажется. Это вы все вокруг меня странные. Вот рыбка. И у нее есть глазки. Сестра моя младшая. Как я говорила, она не ест глазки. Но зато она их коллекционирует. Собирает в отдельную баночку и коллекционирует. Это я на мойку просто даю. Вы знаете, в школах есть такие мойки. Ты в 11 классе не видела такие мойки? Вобренись. Ну там, знаете, все складывают в одну кучу. И это все стирается. Я люблю мойки сидеть. Там, потому что с тарелок приносят. Ну, кто-то котлету не доест. Кто-то еще что-то. А я собираю это все? Нет, не ем. Ну что, я объедки буду есть. Я бороду мажу этими объедками. Зачем? Ну, чтобы меня собака дома больше любила. Чтобы больше бороду облизывала. Звонок на урок. Я побежала. У меня еще 4 урока. Химия, физика и 2 урока ГОЧС. Ну, это про ту женщину я тебе рассказывала, которая рассказывает про своего мужа, как он ей изменял. Все. Встретимся на следующей неделе. Я через неделю ем. Все, я побежала за килькой потом. Все, пока.